брат. Вот. Давай. Любит, не любит. Нинсюэ, как ты можешь этим заниматься? Это должны делать мужчины. Не простудись. Как мужчина, он должен знать, как ухаживать за девушкой. Как можно было просто покормить апельсином. Ты... Брат Ван, апельсин моего брата такой сладкий. Хочешь попробовать? Хорошо. Но я мою миски. Как насчет того, чтобы накормить меня одним кусочком? Что это? Такой кислый? Разве? Я думаю, он сладкий. Сладкий? Тогда забери их все. Фандун, господин Ван, я наконец-то нашел вас. Вы пришли к нам в спешке. В Цинхэ что-то случилось? Как такое могло произойти, господин Джун? Эти люди такие неблагодарные. Я не стану беспокоиться о них, даже если бы с ними что-то произошло. Не говорите так. Они просто были в ужасе. Вот почему они заподозрили нас. Пока недоразумение устранено, все в порядке. Господин Джун, они могли быть напуганы, но не должны быть такими глупыми. Вы, трое господ, сделали столько добрых дел для города Цинхэ. Даже слепой ясно увидит, хотя он ничего не видит. Брат, видимо, праведность здесь все же есть. Конечно. Мы постараемся их убедить, чтобы очистить ваши имена. Поскольку так много людей верят в нас, у нас есть шанс. Как они посмели вернуться? Не боитесь наказания? Совершенно верно. Вы настолько неблагодарны, что будете наказаны. Кого вы имеете в виду? Успокойтесь. Благодаря амулетам, подаренным господином Джуном, мы могли спокойно охотиться. Разве были бы мы в безопасности, если бы не он? Скажете что-то плохое о господине Джуне, я вас не пощажу. Мы вас не боимся, не будь таким агрессивным. Посмейте сказать это снова. Только вы, глупые парни, верите в эти глупые амулеты. Не будь господин Цинпин настолько могущественен, чтобы уберечь нас от ловушки демона. Наши души давно забрали бы эти амулеты. Верно. Господин Цинпин, вы сказали, мы контролируем разумы людей с помощью амулетов. Я не стану публично критиковать ваши домыслы, но приведите причину. Почему вы поверили, что я использовал амулеты ради контроля их разума? Доказательство тому – правило небес. Мне нужно сказать больше. Имейте в виду, если есть кто-то, кто хочет причинить боль другим, он будет наказан молнией, не так ли? Почему ты спрашиваешь, раз знаешь это? Это всем прекрасно известно. Верно, мы верим в своего наставника. Мы все верим в него, верно? Сверкает молния. Она доказывает правоту господина Джуна. Сверкает молния. Убейте их! Убейте их! Вы лжецы! Брат Джун, отплатите ему его же монеты и прекрасная тактика. Да. Наблюдая, как Цинпина ударила молния, я смогла излить свой гнев. Пойду приготовлю еды, чтобы отпраздновать. Хорошо. Давай помогу. Согрей 2 стакана для ликера. Хорошо. Он использовал страх людей и настаивал на том, что мы мошенники. Мы тоже воспользовались их суеверными убеждениями и напали на него. Брат, ты такой добрый. Ты не должен был отпускать его в тот день. В драке 2 собак должен быть победитель. Хорошо. Сразись с ним в следующий раз. Нет. Ты собака. Кажется, мое 6-е чувство не подвело.
Король демонов плохо разбирается в людях. Как он мог поверить, что ты защитишь меня? Ты тоже потерпела поражение от Джун Юнфея. Считаешь, что можешь смеяться надо мной? Я был недостаточно осторожен. У меня все еще есть способы подавить его. Джун Юнфей кажется глупым, но ты на самом деле глупец. Я должна тебя предупредить. Если продолжишь смотреть на него свысока, пострадаешь сильнее. Глава, несмотря на то, что Джун Юнфей потрясающий, он не сможет всегда контролировать молнию. Вдруг небеса обнаружили, что Цинпин связан с царством демонов. Ты тоже глупец? Я... Если Джун Юнфей плохо подготовился, посмел бы он явиться? Для него проще простого, используя свою силу, создать молнию. Поскольку он осмелился использовать фальшивую молнию, чтобы напасть на меня, я заставлю его страдать по-настоящему. Брат, ты думаешь, Цинпин сбежал? Если сбежал, я хочу, чтобы он не вернулся. Боюсь, что он не сдастся и нанесет ответный удар. Это будет хлопотно. Пусть делает, что хочет. Какая разница? Все равно мы его не боимся. Ты ничего не знаешь. Брат говорит, в царстве людей есть много даосов, которые стремятся к богатству и славе. Если Цинпин просто так убежал, это значит, он хотел победить нас, чтобы потешить себя. Но если он не сдается... Значит, у него припасено еще несколько ходов. Для нас слишком хлопотно иметь дело с летучей мышью. Если Цинпин в этом замешан, у нас будут большие проблемы. Задержи дыхание, не двигайся. Демоническая энергия. В комнате я почувствовал, что твоя печать сломана, а твоя энергия демона выходит наружу. Боюсь, Джун Юнфэй ее почувствовал. Что будем делать, если они обнаружат, что я демон? Не двигайся, сиди спокойно. Это моя вина. Я забыл, что демоническую энергию нужно запечатывать каждые 7 дней. Это странно. Почему энергия демона пропала? Дверь комнаты Нюху Айдзу открыта. Брат. Неужели Нюху Айдзу тоже ощутил энергию демона и выбежал наружу? Черт, мне нужно защитить Нин Цюэ. Нин Цюэ, ты в комнате? Нин Цюэ, ты в комнате? Нин Цюэ, Нин Цюэ! Что здесь происходит? Мы войдем? Брат, это слишком безрассудно. Ты мужчина, как ты можешь вот так войти в комнату девушки? Разрешите. Подожди, а разве ты не мужчина? Не волнуйся о деталях. Я беспокоюсь о Нин Цюэ. Вы двое. Отойдите. Отойдите. Нин Цюэ. Нин Цюэ, ты внутри? Хорошо, что я его вовремя обнаружил. Иначе они могли заметить. Но, боюсь, они снаружи. Расслабься, я пойду к ним. Ты... Странно. Мы поймали не демона, а негодяя. Брат Джун, что случилось? Мы почувствовали энергию демона, поэтому пришли проверить. Почему внезапно возникла демоническая энергия? Как мог мужчина войти в комнату девушки? Я думаю, вероятно, это демон-волк. Злой демон-волк. Брат Ван, это звучит грубо. Мы порядочные брат и сестра. Ты не можешь вот так нас оскорбить. Господин Ню, пожалуйста, не обращайте внимания. Фу Цу всегда так говорит. Пожалуйста, прости его. А?
Нинсюэ, ты в порядке? Я знаю, брат Ван не это имел в виду. Мы не виним его. Возможно, это потому, что я устала в эти дни, мое дыхание не было ровным. Брат пришел помочь мне с этим. Не ожидала, что возникнет недопонимание. Мир Дао уважает сильных мира сего. Поскольку мы не победили друг друга, давай воспользуемся силой и докажем, кто лучше всех защищает людей. Увидимся завтра в 11 утра на арене. Проигравший уберется из города Цинхэ. Мне интересно, почему этот злой Даус так уверен, что бросит тебе вызов? Брат Джун, раз мы все Даусы в царстве смертных, почему ты не позволишь мне состязаться с ним? Убейте зло ради людей! Как, по-твоему, определить победителя? Это вам решать. Все молчите. Я уточню правила. Давайте поборемся 3 раунда. Победителем считается выигравший 2 раунда. Поскольку мы оба даусы, посоревнуемся с амулетами и созданием форм в 1-м раунде. Можете начинать, раз вы старше. Хорошо. Замечательно! Для него это проще простого. Не нервничай так сильно. Не будь беспечным, пока не стал победителем. Теперь моя очередь. Хорошо. Потрясающе! Я так и сказала. Спасибо за милосердие. Спасибо. Я проиграл в этом раунде. Тогда убирайся из города Цинхэ. Да, вон! Убирайтесь из Цинхэ! Не кричите! Господин Цинпин, пока не сдавайтесь. Продолжайте, продолжайте. Продолжать? Конечно. Давай посоревнуемся в навыках владения мечом в этом раунде. Да, в навыках владения мечом. На этот раз мы победим. Навыки владения мечом. Да. Ай!
Заткнись! Господин! Господин, с вами все в порядке! Господин, вставайте! Господин! Брат, браво! Что нам делать? Спасибо. Я готов сдаться, раз мои навыки хуже твоих. Я покину город и оставлю безопасность Цинхэ на тебя. Я уйду отсюда как можно скорее. Я принял ваш вызов, чтобы прояснить недоразумение. Я не собираюсь выгонять вас из города Цинхэ. Если хотите, мы можем работать вместе ради защиты людей. Вот, поздравляю с победой! Ваше здоровье! Хороший ликер! Брат Джун, Цинпин хорошо знаком с правилами небес, поэтому он намеренно предоставил тебе шанс во втором раунде, позволяя тебе ранить его мечом экзорциста, вызвав молнию и снова запутать людей. Наверное, это было настоящей целью состязания. Этот злой даос такой хитрый. Такой подлый. Его следует выгнать из Цинхэ. Почему ты оставил его? Если я его отпущу, как узнаю, что он затеял? Что вы думаете? Хорошо, ты преуспел. Брат Джун такой расчетливый и дальновидный. Нинцюэ, давай предложим тост. Скучно пить маленькими чашечками. Я буду пить из миски. Давай, Нинцюэ, выпьем тост за брата. Выпьем вместе. Вот. Давайте. Я чуть не забыла. Еще есть суп. Я схожу за ним. Господин Джун, госпожа Лю, вы дома? Пожалуйста, откройте дверь. Это Фандун. Фандун. Наверняка пришли поздравить Пойдем нас. Пойдем проверим. Брат Ню, ты любишь выпить, не так ли? Вот, выпей это. Сразись со мной. Я тебя не боюсь. Давай. Хорошо. Господин, независимо от того, кто победил сегодня, я искренне верю, что вы хотите всем сердцем защитить наших людей. Не будьте предвзяты. Несмотря ни на что, я оценил поступок Джун Юнфэя позволить мне защитить вместе с ним город. Вы благородны и добры. Я восхищаюсь вами. Отлично. Тогда не буду вас задерживать. Увидимся. Джун Юнфэй, однажды ты узнаешь, кто в конечном итоге станет победителем. Посмотри на себя. Хотя ты не такой красивый, как я, ты хорошо выглядишь. И твоя работа хороша. Наверняка ты нравишься многим девушкам. Зачем соперничать со мной? Кто с тобой соперничает? У нас с сестрой все в порядке. Это ты вмешиваешься. У тебя нет сестры? Разве ты не можешь быть с ней? Почему пристаешь к моей? О чем ты говоришь? Это мой брат. Что? Нет, кто к ней будет приставать? Очевидно, я нравлюсь Лин Нинцюэ.
А ты ее брат, еще и пристаешь к ней. Ты слишком часто заходишь в ее комнату. Тебе не кажется, что ты раздражаешь? Нет. Это правда? Верно ли то, что он сказал? Брат, ты пьян. Давай я отведу тебя в комнату. Ты избегаешь моего вопроса? Ты недавно поладила с ним. Я вижу. Брат, ты действительно пьян? Давай я отведу тебя. Я не пьян. Я могу пойти сам. Ничего, не помогай ему. Брат. Он притворяется пьяным. Ты мне еще не ответила. Ты пьян, не думай так много. Поговорим, когда протрезвеешь. Я принесу тебе суп, чтобы ты протрезвел. Нинчуэ. Я понимаю. Ты думаешь, я недостаточно силен? И только Ван Фуцю защитит тебя. Что я могу сделать, так это заставить тебя заискивать перед тремя господами. Разумно, что я тебе не нравлюсь. На твоем месте мне тоже нужен был бы кто-нибудь, кто смог меня защитить. Как ты мог подумать, что мне нравится Ван Фуцю? Тот, кого я люблю, это ты. Но мы... Мы обречены и не можем быть вместе. И наша любовь закончится ничем. Поскольку финал обречен на печаль. Я предпочту быть единственной, кому грустно, чтобы не испортить твою репутацию. Может, мне придется заставить тебя не так понять меня или возненавидеть. Тогда ты откажешься от меня. Он кажется невинным. Подумать только, что он такой хитрый. Раз притворился пьяным, чтобы заслужить заботу Нинсюэ. Это должно быть Нинцюэ. Она узнает, что я пьян. Поэтому придет и позаботится обо мне. Я должен играть лучше, чем Ню Хуайзу. Так кружится голова. Нет, я чувствую себя ужасно. Так кружится голова. Почему у меня такая тяжелая голова? Я даже глаза не могу открыть. Так кружится голова. Я больше не могу пить. Я хочу вернуться в свою комнату. Я болен. Помоги мне вернуться. Отвезти тебя в комнату. Внезапно мне стало гораздо лучше. Я сам вернусь. Стой. Хватит играть. Я был действительно пьян. Как можно напиться бессмертному? Думаешь, я такой же идиот, как ты? Ну, я не пьян, но чувствую себя таким сытым. Сначала мне нужно в туалет. Стой. Ты мужчина. Не стыдно приставать к ней? Даже мне за тебя стыдно. Что ж, я думаю, вы двое вообще ничего не знаете о любви. Мы с Лин Нинцюэ влюблены. Она явно любит меня, но слишком стесняется признаться в любви. Нужно дать ей возможность признаться. Мужчина. Перестань быть таким нарциссом. Так глубоко погряз в своей иллюзии. Завидуешь. Ты мне завидуешь. Это притворное пренебрежение. Отстань. Фуцю.
Ты правда влюбился в эту девушку? Что ж... Твое молчание означает, что ты это признаешь. Брат, я просто... Ты знаешь, что бессмертный не может быть вместе со смертной. Даже если Лин Нинсюэ любит тебя, в конце концов тебе нельзя влюбляться. Меня не волнуют правила. Мне нелегко встретить ту, кого я действительно полюблю. Ну не вернусь в царство бессмертных, останусь в царстве смертных с Лин Нинсюэ. Ты знаешь, какие будут последствия? Ты тот, кого сейчас нужно поразить молнией. Ты должен очнуться. Мне просто нравится Лин Нинсюэ. Что теперь? Я не прав, что люблю ее? Я просто люблю Лин Нинсюэ. Я люблю ее. Что вы можете со мной сделать? Ударьте меня, давайте, ударьте! Подумать только, что Фу Цю влюбился в нее. Что нам делать? Ты знаешь, каким тяжким будет наказание, если они влюблены. Я знаю. Оба умрут. Поэтому пусть они ненавидят меня, но я не позволю ему нарушить правила небес. Я не могу смотреть, как он играет с огнем и как его убьют потом. И Нинсюэ убьют тоже. Брат. Лучшее, что мы можем сделать, это разобраться с демоном как можно скорее. Затем мы попрощаемся с Лин Нинсюэ и Ню Хайзу. Если он не сможет видеться с ней, возможно, Фу Цю сдастся. Что ты думаешь о Цинпине? На самом деле, сомнения у меня были давно. Брат, ты заметил? С тех пор, как появился господин Цинпин, летучая мышь ничего не предпринимала. Я чувствую... Они должны быть как-то связаны. Но прошло столько времени, я не могу найти ни единой подсказки. Я узнаю это. Нинсюэ, пусть моя секта накажет меня из-за тебя. Я смогу вынести все виды заблуждений на твой счет. Но я не смогу вынести то, что ты любишь другого. Если скажешь мне откровенно, что любишь Ван Фу Цю, я сдамся. Но ты сказала, что заискиваешь перед ними нарочно, под предлогом защиты. Я не знаю, как поступить, чтобы узнать твое сердце. Я скорее поверю, что ты просто идешь на компромисс. Я не могу смотреть, как ты лжешь себе ради защиты. В противном случае, как я смогу любить тебя? Я должен убить демона летучую мышь и держать тебя в безопасности, чтобы у тебя появился шанс выбрать того, кто тебе действительно нравится. Почему ты здесь? Я слышала, ты проиграл Джун Юн Фэю на соревновании, поэтому я пришла сюда специально, чтобы спросить тебя, чем я могу помочь. Возможно, я не настолько силен, чтобы победить его своими навыками. Но что касается интеллекта, он намного глупее меня. Ты правда так думаешь? Конечно. Будь он достаточно умен, он не позволил бы мне остаться, проявив свою милость. Посмотрим, как долго он будет притворяться щедрым. Хотелось бы, чтобы Джун Юн Фэй оказался таким глупым, как ты сказал. Оставь этого Джун Юн Фэя на меня. У меня есть способы справиться с ним. Тебе лучше уйти. Если Джун Юн Фэй почувствует энергию демона и придет сюда, у нас будут проблемы. До становления семи звезд в один ряд у нас остались считанные дни. Пока ты с успехом повышаешь уровень, Джун Юн Фэй будет убит мной. Боюсь, ты не дождешься этого. Джун Юн Фэй?
Похоже, я тебя недооценил. Теперь вы знаете, кто из нас идиот. Не будь таким высокомерным. Хотя моя личность раскрыта, ты не сможешь убить меня. Я думал, даже если вы аморальны, у вас все равно есть границы. Даже демоны знают, что нужно объединяться, чтобы идти против врагов. Подумать только, что вы вступили в сговор с демонами и причинили вред людям. Вам не стыдно? Ты... Нет, у вас напрочь отсутствуют принципы. Как вам будет стыдно? Не боитесь наказания небес? Дашь мне сказать или нет? Хорошо, говорите. Мне интересно, что вы хотите сказать. Излишняя щедрость не приведет к успеху. Я полагаюсь на мои собственные усилия. Никто из царства смертных мне не помог. Поскольку я ничего не получил от людей, почему я должен заботиться об их жизнях? Не пытайся оправдать себя. Не родись вы человеком, как стояли бы здесь сейчас? Как ты и сказал, король демонов наделил меня силой. Будет разумнее, если я стану работать на демонов, разве нет? Кроме того... Замолчите. Я еще не закончил. Не хочу слушать. Ты... Поскольку вы так верны демонам, я убью вас. Ради царства смертных. Осмелишься убить меня? Молния поразит тебя до смерти. Даже если меня ударит молния, я убью вас, бесстыдное зло, во имя царства смертных. Мне суждено спастись. Я могу использовать тебя, незадачливого дурака, в качестве заложников. Господин Хуайзу! Ищете демона летучую мышь? Похоже, ваш компас для поимки демонов ничем не помогает. Я нашел ее гнездо. Давайте работать вместе. Мы не можем, у нас разные ценности. Нам лучше не мешать друг другу. Это не тебе решать. Раз я не смог убить Джун Юн Фэя, я запросто убью тебя. Я покажу тебе свою силу. Вы в тупике. Как посмели причинить вред другим? Вы безнадежны. Оказывается, ты обратил на меня свое бессмертное зрение. Сделал вид, что отпустил меня. И использовал меня, чтобы найти летучую мышь. Почему я должен сохранять вам жизнь, если не воспользуюсь вами ради поиска летучей мыши? Зловещие тени! Черт, я упустил его. Джун Юн Фэй! Я избавил тебя от бессмертного зрения. Как ты последуешь за мной? Брат Джун, это моя вина. Я обременял тебя. Ты сам хотел найти летучую мышь? Глава, хотя Джун Юн Фэй лишен бессмертного зрения, он все еще может наведаться сюда. Нам нужно быть очень осторожными. Какая робкая крыса. Не будь я так уверен, смог бы я прийти сюда? Хорошо, что ты не такой глупец. Поскольку здесь я ничем не могу тебе помочь, я вернусь в царство демонов, чтобы доложить. Подожди.
Кто сказал, что ты ничем не можешь помочь? Ты... Что ты делаешь? Процесс улучшения моих навыков задержался. Если я заполучу твою душу, мне будет намного легче пробиться на 10-й уровень. Как ты смеешь? Конечно, я не посмею. Но король демонов просил тебя всем сердцем помочь мне с повышением моих уровней. Я все обдумала. Король демонов был так добр. Как я могу ему отказать? Поскольку твой мозг плохо работает, я могу использовать твое тело. Как ты смеешь? Если ты убьешь меня, король демонов не пощадит твою жизнь. Не сомневайся. Я так предана королю демонов и помогаю ему разобраться с Джун Юнфэем. Король будет крайне счастлив. Как он накажет меня? Из-за какого-то предателя смертных. Ты слишком жестока. Ты жестокая злая женщина. Ты не можешь вот так запросто убить меня. Ошибочно так полагать. Поскольку ты приносишь себя в жертву нашему царству демонов, почувствуй себя польщенным. Пожалуйста, пожалуйста, пощади меня. Я приложу все усилия, чтобы найти духовную силу для укрепления твоей силы. Нет необходимости. Тебя достаточно. Зачем беспокоиться? Ты так не считаешь? Но не беспокойся. Я не позволю тебе умереть с сожалением. Я убью Джун Юнфэя вместо тебя. Господин Цинпин такой мерзкий в царстве смертных. Подумать только, он согласился служить демонам ради власти. Его вина непростительна. Не понимаю. Несмотря на то, что он получает силу от демонов, может ли он использовать ее, чтобы стать бессмертным? Конечно, не может. Он причиняет вред другим и себе. Он пожалеет в будущем. Я не знаю, что делает Ню Хуайзу. Он только усугубил ситуацию. Если он такой неспособный, пусть остается в комнате. Зачем он выходил? Если бы не он, брат бы убил демона летучую мышь. По крайней мере, господин Ню пытался убить демона, а ты... Что? Ты весь день живешь в своих мечтах. Можешь сделать что-нибудь полезное? Разве я не помогаю? Я тоже много работал, чтобы победить демонов. Брат, как ты мог? Не болтай слишком много. Брат, если известно, что летучая мышь обновляется тайно, мы найдем способ убить ее до повышения уровня силы? Поскольку Цинпин лишил меня бессмертного зрения, значит, он не оставит никаких зацепок. Поймать его непросто. Но как только 7 звезд сойдутся в ряд, справиться с ней будет проблематично. Так что надо заранее встать на защиту людей, предотвратив убийство. Как ты мог быть таким беспечным? Ты подумал об этом? Если потеряешь свою жизнь только из-за того, что неправильно воспринял мою симпатию к Фуцю, кто отомстит за 7 Яню и Линь? Хотя демон летучая мышь превратила меня в демона, она не уничтожила мое сердце. С тех пор, как мы познакомились, ты подавлял свои чувства. Как я могла не почувствовать этого? Я была демоном. Я даже не знаю, сколько проживу. Как я могу тебя обременять? Мне все равно, человек ты или демон. Пока ты принимаешь мою любовь, я не пожалею, даже если мне придется понести наказание небес. Даже если наша любовь обречена быть недолгой, ты не сдашься? Если мы не будем сражаться, кто знает, чем это закончится. Пока ты хочешь быть со мной, я не сдамся. Я лучше умру, чем потеряю тебя. Хорошо, я тоже. Конечно, я люблю тебя. Пока ты не боишься, никто не может помешать мне любить тебя. Даже если мне придется умереть сейчас. Thank you.
回避赤地万里，开幕为找寻觅天机，山海一笑洒下光阴，颠沛流离遁入幻境，万物有灵星宿主机。 闭目为也，遥遥无期。知何为知己？不知为缘起。皆自在心。同年同气同欲同天地。 山边海，无界无我无人。世间仙人和你换一场经历，同年同气同欲同一片天，一人一妖一真一死是梦魇。他山。